Что я вижу? Флаг. Это значит, что мы пришли в мэрию. И я буду новым мэром. Понятно? Голосуй за меня, бич. Скалка, это иди, я не готов к выборам. Не готов. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами снова наконец-таки играем в Project Zomboid. Мы продолжаем с вами историю фитнес-тренера, разумеется. И, разумеется, играем в режиме апокалипсис. Для любителей трудностей, для отчаянных игроков, таких как я, которые не пасуют перед какими-либо проблемами. Они выбирают на рандоме города, случайно характеристики подбирают, включают фитнес-тренера и идут в игру сразу, не думая. О, и, кстати говоря, я, в отличие от своего персонажа, так сейчас много поел перед записью этого видео, и когда ты поел, когда ты сыт, голова очень трудно варит. Поэтому я удивлюсь, если я хорошо выживу сегодня. Но, может быть, все будет наоборот. Типа... Моя тупость и тупость персонажа, они как бы дадут плюс. Мы с вами заспаунились в доме. Чё за дом такой странный, какой-то большой дом. И сразу там чё-то орёт музыка, блин. Какого дьявола? Стоп. А что, откуда музыка-то играет? Быстрее, 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 быстрее. Нельзя, нельзя. Чёртов телевизор. Выключить. Надеюсь, никто не пришел. Давайте осмотрим местность. Опа, бродит, друг мой. Но они, походу, не услышали меня. Это хорошо. Что ж, давайте начнем наше любимое занятие. Это лутать будем. Опа, вот и навыки поперли. Почему бы нам не начать читать прямо сейчас? Как интересно. Черт, это все не то. Мне нужны реально полезные навыки, которые пригодятся в современном мире. Что? Хочешь обучиться полезным навыкам, позволяющим тебе освоить современную профессию, которая востребована во всем мире? Да, хочу! У тебя есть такая возможность на образовательной платформе Skillbox! Мы предлагаем тебе освоить перспективную и востребованную профессию на курсе под названием «Профессия геймдизайнер» с нуля до про. Отлично! Я уже про в фитнесе! Пора теперь стать про в геймдеве! И мы гарантируем, что вы станете про. А также, после прохождения 9 курсов, охватывающих целую гамму необходимых навыков в геймдеве, таких как придумывание сюжета, персонажей, проработка геймплея, работа с самыми популярными игровыми движками Unreal Engine и Unity, настройка балансов игры и продвижение проектов на игровом рынке, Skillbox также гарантирует трудоустройство по окончанию обучения. Я столько лет занимался фитнесом, но у меня впервые так колотится сердце. И оно заколотится еще больше после того, как я скажу, что на этом курсе будет минимум теории и максимум практики. Вы реально будете набивать руку и познавать все тонкости игровой индустрии под руководством именитых кураторов из легендарных компаний, таких как Icepeak Lodge, что подарила миру игру More Utopia, а также из компаний Paravos, District Zero и других. Мне нельзя шуметь, чтобы не привлекать зомби, но... По окончании обучения у вас будет целых 8 проектов в портфолио, которыми вы сможете козырять перед будущим работодателем. Раньше я козырял лишь бицухами перед зеркалом. Участвуя в курсе, вы также сможете присоединиться к комьюнити Gamebox, где студенты уже реализовали более 10 игр на популярных маркетплейсах, таких как Steam и App Store, и совместно с командой выполнять задания от реальных игровых студий и получать деньги за работу уже на этапе обучения. Но, к сожалению, я сейчас не смогу позволить себе оплату курса. Начни учиться сейчас, оплати потом. Первый платеж можно внести через 6 месяцев после начала обучения. Теперь я чувствую, что все дороги передо мной открыты. И даже больше. По выполнению 3 практических работ на курсе, перед тобой откроется доступ к урокам и материалам онлайн-платформы КЭСПа на целый год. Как видишь, перед тобой открывается окно в перспективное будущее. Открывается прям как то окно, через которое сейчас лезет толпа зомби. Что? Регистрируйся на курс от Skillbox прямо сейчас по ссылке в описании. Именно здесь начинается твое будущее. Ну что, фитнес-тренер, надеюсь, ты готов к очередному выживанию, к очередной боли. Поверь, ее будет очень много. Во-первых, боль от того, что такая маленькая хата у тебя снова. Ладно, может быть, здесь тоже что-нибудь есть ценное. Например, вода. Вода из унитаза. Давайте попьем ее. Тут у нас опять, как всегда, очень много навыков. Но давайте пока не будем этим заниматься, потому что тут рыболовство, строительство, газосварка. Я даже с этим близко не сталкивался еще в игре. Давайте не будем пока отвлекаться на это. Так, духовка. Включим на максимум, потому что тут есть что приготовить. Давайте все заберем. Свежие авокадо, газировки. Блин, как много здесь классной еды. Забрать. Вот, берем скалку. Этим мы будем сражаться. Погодите. О, нет, идет сразу. Ну ладно, сейчас мы его грохнем. Ползаем. Давай, 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 иди сюда, иди, друг. Не бойся, не бойся, сейчас мы с тобой поиграем здесь. Покажу тебе мое гостеприимство. А так, хорошо. И что у тебя есть? У него
только шматье есть на самом деле. Давайте в этот раз будем по-грамотному. Мы всего лишь в дурацких красных шортиках. А можем быть в красных боксерах. Поэтому одеваем их срочно. Теперь мои ноги еще более открытые, а значит фитнес-пробежки будут еще комфортней. Нам, конечно же, нужно побольше брони на себя, чтобы нас не могли кусать. Вот эта кожаная куртка, например. Давайте ее оденем. Давайте пойдем отсюда. Нам нужно искать новое убежище. У нас тяжелый груз. Почему? Слишком много еды, видимо. Раз такая фигня, давайте опять же с умом распорядимся едой грамотно. Положим ее в холодильник. Всякие консервы давайте пока сложим в холодильник. Мы больше не перевешены. Ладно, давайте смотреть. Во-первых, меня очень привлекает эта машина. Так. Здесь огромный багажник. 100 пудов есть что-нибудь. Открывай! Не хочет. Вот говно. Я так понимаю, мне нужен ключ. Оп, мы сели. Да, нужен ключ от машины. Тогда выходим. 100 пудов ключ находится в этом доме. Не зря эта машина здесь припаркована. Здесь живет рейнджер. А, черт, дверь закрыта. Теперь нужен ключ от двери. Ладно, мы через сортир пройдем. Нет. Кажется, нет. Давайте еще раз попробуем. На второй раз точно получится. Давай. Ой, что за звук? Пожалуйста, будь благосклонно, окно, ну открой. Блин. Опа, там какой-то звук. Кто-то дома, что ли? Да твою же мать! Давай. Мне очень нужно... Есть! Запоздай, фитнес-тренер, умница! Погодите, только вот с телеком надо разобраться. Итак, что у нас здесь? CD-проигрыватель, домашний VHS. Ладно, я уже насмотрелся домашних VHS с прошлой серии. Это добром не кончилось. Значит, очень много еды. Сковорода. Давайте возьмем сковороду. Гриль. Сковороду. Она будет нашим вторым оружием. Консервный нож, это очень нужно. Мы потом принесем его вот в наш старый дом. Или, может быть, вот это наш будет дом новый. Тут большой холодильник, гораздо больше места. Тогда я думаю, что да, это наш новый дом. Мы теперь здесь живем, понятно? Антибиотики, пластырь, пинцет. Это все очень нужно, я так понимаю. Забираем все. А где ключи? Где, блин, ключи? Уф, мне не нравится это. Неужели... Погодите. Ой-ой-ой, зомби идет сюда. Она сейчас вышибет окно, нужно ее отвлечь. Вылезти отсюда. Вот так. Не надо, чтобы она вышибала окно. А! Тихо, бей, давай, бей и пинать. Ага, получила. Так. Надеюсь, этого никто не слышал. Конечно же, еще проблема в том, что мы не нашли, где ключи находятся. Надо найти того, кто владеет этой машиной и этим домом. И, кстати говоря, возможно, есть смысл посмотреть вот этого чувака. Вдруг труп, поблизости валяющийся, будет тем самым рейнджером. Что у нас тут есть? Угу. Туфли с защитой от укуса быстро надеть. Теперь очень тихо подойти к этому трупу, чтобы тот зомби не увидел. Он увидел. Блин. Ладно. Выпрямились, встали в стойку. Бей. Готовься. Давай. Ага. Ох, с одного удара, нифига себе. Мешковатые джинсы, которые защищают от укуса и царапин. Ну, конечно же, мы оденем. Эти дурацкие шорты, я думаю, их лучше всего порвать на тряпку. А, я сделал веревку, блин. Это нужно для побега с верхних этажей, нифига себе. Слушайте, как много тут всяких интересных механик. А теперь к трупу, конечно же. Мистер Труп, позвольте, я немножко вас залутаю. А, у него ничего полезного нету. Может быть, есть что-то полезное в этом доме? Смотрите, там лежит человек. Вот. Пистолет. Так, я думаю, нам нужно их... Хорошо, они мертвы. Точно мертвы? Они, походу, вышибли себе мозги. Какого фига здесь радио работает? Так. Радио выключить. Фитнес-тренер себя чувствует в безопасности теперь. Ну дай что-нибудь классное. Водолазка, защита, царапина, не нужно. Так, вообще, беспонт. А вот пистолет. Вот он у нас в руке. Как его перезарядить? Мы его перезарядили. Очень тяжелый груз. Какого фига у меня очень тяжелый груз? От чего? От огурчиков? Погодите, а что это у меня магазин выточен? Вставить магазин? О, все хорошо. Так, мы вставили. Посмотрите, когда я сделал веревки, они весят 3,2 килограмма. Давайте-ка их выкинем пока что. Если что, вернемся. А так мы должны пошарить, конечно же. Вы заметили, как я аккуратно начинаю себя вести? Вот что прям никаких ошибок не было. Фитнес-тренер научился многому. Но мы, конечно же, да, ежей нахватали своей жопы. Мертвая мышь, и это еда. Но много несчастья очень даст. Я не хочу себе несчастья, давайте не будем. Я так понимаю, нам нужно выбрать очень хороший дом, самый подходящий, и просто выживать в нем.
Видимо, это задача наша. Смотрите, тут какой-то дневник. Давайте прочитаем. 20 страниц, в которых ничего не написано. Окей, а здесь не хватает мыла. И будет очень медленно, да, получается? Ну ладно, давайте постираем, посмотрим. Можно даже ускорить чуть-чуть. Супер чистый фитнес-тренер. Ну что ж, пошли тогда на прогулочку. Я слышу какие-то звуки. Кстати говоря, давайте пока не будем горячиться и возьмем обратно дубинку. Нам пора, кстати, уже ее использовать. Стоп, 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 где дубинка, блин? Я взял пластырь! Я взял пластырь! Черт меня дери! Аккуратно надо быть! И удар! Вот тебе пощечины, как вы смели! Вот вам. Есть, мертва. Ох, эта ошибка могла мне дорого обойтись. Тут все, конечно, спортивно, и фитнес-тренер очень жаждет этот спорт на себя примерить, но нельзя, нельзя. Кто-то шумит в этом доме. Окей. Готов? От! На! Два! От! Три! Какая стойкая женщина! Черт, она не одна! Разберемся. Удар! Вот это был хороший удар! Мужик упал сходу! Ты-то чё? Да блин, давай! Бей! Да бей! Да бей! Я, походу, устал. Ты будешь умирать или нет? Все, хорошо. Жарко. Я так понимаю, нам нужно снять кожаную куртку. Но теперь довольно тяжелый груз. Стоп, я даже не знаю, что лучше. Давайте оденем ее обратно. Что у наших друзей есть в карманчиках? Нож для масла. Одноразовый фотоаппарат. Давайте возьмем нож для масла обязательно. Вилка, какие-то панталоны. В общем, это все нам не нужно. Хлам. Я думаю, нужно пойти попить аккуратненько. Насытившись водой, фитнес-тренер продолжит свой путь. Ой, там братва подоспела. Здесь мне нечего делать. Осторожнее, 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 осторожнее. Что-то, блин, в лес какой-то маленький зашел. Иди, иди, давай. Раз, два, бей! Ой, хорошо! А, справился! Да! Офигеть, я крут! Соленье мне в помощь! Итак, отвертка, скорее всего, нам это понадобится. Мы перевешены. Хорошо, мы сейчас пойдем домой. А именно вот сюда. Закрыть дверь. Ох, вот это был денек. Уже, кстати, почти что вечер. Я думаю, здесь идеальный ящик, чтобы сложить ненужное барахло. А именно. Во-первых, отвертку. Сковородочку давайте кинем. Пинцеты, нож для масла. Это все нам пока не нужно. Мы больше не перевешены. Продолжаем наши поиски. Не знаю, чего мы ищем. Счастье, наверное. Как и любой человек. О, нет, 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 нет. Два дружбана перелезли через забор и хотят мне испортить мой день. Ладно, это мой шанс. Навалять. Давай, бей! Бей! По усатому бей! Они оба усатые! И ты тоже усатый, поэтому не обзывайся просто так! Да падайте уже! Да падайте! Не вставай! О, господи, у всех есть серебряные кольца. Сколько женатых людей я уже загубил. Теперь мы можем просто пойти в этот дом. Да сколько можно? Сейчас он выбьет окно. Нельзя так, чтобы он делал так. Давайте откроем его. От. Бей! От. Да что ты мимо-то бьешь? Давай. Да не толкайся, просто бей. Да не тол... Ладно, тоже нормально. Хорошо, подох. Так, в трупаке опять кольца. Все еще без толку. А здесь кулинарное шоу, кроссворды, хлам. Вы заметили, как изящно и чутко я поддерживаю свои параметры? Видите, ничего нету. Помните, как в прошлый раз было? Просто все возможные недуги, они все были. Нож для хлеба. То был нож для масла, а это нож для хлеба. Ой, это страшная вещь, мне кажется. Давайте возьмем. Кстати, там же было два зомби. Куда делся второй? Ой. Тут два зомби еще. Ах, ладно, давайте встретим их здесь. Ты готов, тренер? Давай, давай, давай! Ну, иди сюда. Ага. Лежать! Подохло. Следующий. Тоже в зеленой футболке. А-а-а! Ты че такой шустрый? Ты, блин, отошел. Давайте по яйцам. Оп. Стоп, он еще жив. Есть. Что это было? Откуда? Откуда он зашел? Через какое окно? Я не знаю, через какое окно. Давайте пойдем проверим. Он оттуда вышел. О, чё? Детский сад. Там наверняка много ресурсов, которые можно взять. Там будет максимум детишки-зомби. А это проще простого. Ой. Слишком много родителей здесь. Кажется, родительское собрание в садике. Блин, не люблю эту фигню. Я пошел. Там сейчас наверняка моя мама сейчас ей что-нибудь про меня скажет плохое. Ой, наругает. Но мы могли бы аккуратненько зайти вот сюда. Ой, что-то получилось. Да применишь ты силу, будь мужиком.
быть, все проклято. Может быть, просто дверь открыта? Ах ты, сволочь. Не зря детский сад так закрыт хорошо. Тут что-то классное, по-любому. Давайте подойдем и убьем эту зомбиху. Отходим. А, нет! Нет! Стой, 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 стой! Встаем! Встаем! Да беги ж ты, ублюдок! Че это меня разодрали ногу? Разодрали! Перелезть! Спрячемся в будке! Они идут сюда. Все проклято. Так, я знаю, что надо делать. Надо перелезть. Ой, как плохо мне. Сейчас перелезем вот так. Ой, по одному не получится с ними. Давайте домой, давайте домой. Вот там как раз таки гора трупов лежит. Ой, я закрыл перед собой дверь. О, ладно, давай. Готов. Готов. Раз. Есть. Следующий. Давай, бей его. Раз. Три. Стоп. Ух. А чё ты? Чё не через окно? Я же окно открыл. Сейчас дверь выбьет мне. Куда ты дверь ломишь-то, а? Давай, давай, толкни. Прекрасно. Окей, 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 срочно, срочно, срочно порвать трусы. Я не могу порвать. Стоп, а могу я наложить повязку? Наложить. Есть! 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 Победил! Победил смерть. Возьмем какие-нибудь брюки, футболки. Надо из них сделать повязки. Итак, у нас есть тряпки, которые нужно помыть срочно. Все тряпки очистить. Постираем всю одежду. Перед сном надо обязательно умыться. Так мама говорила. А фитнес-тренер слушал маму, он молодец. Все. Закрываем дверь. Ё-моё. И давайте поспим. Надеюсь, у нас будет хороший сон. Стоп. Я думаю, надо закрыть шторку. Никто не знает, что я здесь. Спать. Да. Все будет в порядке, я уверен. Пожалуйста. Я еще, по-моему, никогда не спал в этой игре. И мы проснулись в ужасе просто. Чем мы паникуем? Почему мы проснулись в панике? Сон плохой? Мы должны развлечь себя как-нибудь. Ну, во-первых, да, конечно, после такого вряд ли не приснится кошмар. Все, успокоились. И теперь тревога. Ну, сейчас мы тревогу всю свою уберем. Поиграем в игру «Найди слова». Читать. Что мы прочитали? Но все еще тревога. Мы не нашли ни одного слова? Это очень может быть. Погодите, тревога прошла. Как здорово. Ну что ж, пойдемте спать снова. Вы недостаточно устали для сна? Блин. Че, мне ночью, что ли, ходить? Хотя, в принципе, довольно-таки светло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, там трупаки ходят. Я иду в детский сад. Пожалуйста, откройте. Есть! Заходим. Все, закрыть, закрыть, закрыть. Шторку опустить. Ой, как успешно, ой, как удачно все происходит сейчас. А кто поставил вот так вот диван прямо перед входной дверью? Это чтобы когда кто-то заходит, ты мог такой встретить его в ночи, в темноте. Нам нужно поговорить. Что у нас здесь полезного есть? Автомеханика. Это важно. Давайте... Стоп, мы почитаем, но сначала давайте осмотрим, что тут есть. Мы хотим есть, кстати говоря. Ну, раз хотим, так кушай, кушай брокколи. И, кстати, последняя еда, что у нас осталась. Кастрюля борща! Ох, кто-то ждал меня в гости, видимо. Здесь моя жена работает воспитателем. Или работала. Ну, его знает, я не очень любил ее. Свиная отбивная. У-ху-ху-ху, как много всего. Так, что бы нам взять с собой, чтобы пожрать? Масло, маргарин... Нет, нет, все это не нужно. Погодите. Свиная отбивная даст мне плюс 2 несчастья? Я не согласен, не согласен. Мне кажется, будет плюс 100 счастья. Конечно же, берем ее с собой. Очень криповый дом, ибо такая огромная территория, и там всего лишь одна такая вот горка детская стоит. Итак, что это такое? Подушка, шахматная доска, мелки. Это детская комната, да. Какой-то богатенький детеныш тут жил. Огромный двор тебе, и собака во дворе живет. Изолента. Это нужно? Это, наверное, потом понадобится, но я не знаю для чего. Стоп, погодите. Мы же можем сделать пометку. Не могу сделать заметку, потому что, я так понимаю, у меня нету ручки. Да. Окей, тогда уходим отсюда. Опа, уже светло. Опа, куча зомбей. Опа, я домой. Скорее, скорее, скорее отсюда валим. Все. Осторожно. Ой, кровавые зомби. Очень кровавые два зомби стоят. Не хочу с ними иметь дело. А ты откуда пришел? Тут что, зомби спаунится, что ли? Я думал, ограниченное количество зомби на карту. Там лес, тут зомби. Что делать? Вот, пойдемте вот сюда, может быть, в эту хату. Осторожно. Дверь открыли. Там кто-то есть. Давай. Да, блин, не открывается. Ладно, давайте разберемся с этим. Раз, два. Быстро, четко. Да открой же ты гребаное окно! Да-да. Блин, что ж такое? Вот двое. О, сзади, сзади! Оп!
Ты чё сзади подкрадываешься, а? Ёлк! Получай! Спать! Он тоже, кстати, фитнес-тренер! Это мой конкурент! Его клиенты должны ходить только ко мне! Ещё! Давай, давай, пожалуйста, нет! От тебе по кепке! Хорошо, хорошо справились. Скалка, мой лучший друг. Ну что, Терминатор? Видите, у него лицо наполовину так разделено. I'll be back. Это Терминатор. Восстание машин. Все началось с зомби-апокалипсиса. Это они наслали зомби на нас. Ладно, мы кое-как смогли выжить. Опа, кстати, у нас еда заканчивается. Давайте жрать. И я очень-очень хочу взять эту салями с собой. Слушай, мне кажется, у меня долгое время с едой не будет проблем. Сейчас самое главное это... Я не знаю, что... Вроде как живем. Тут есть у одежды такой параметр, как защита. Видите, влагоустойчивость, ветроустойчивость и термоизоляция. Возможно, здесь будет ухудшаться погода. Значит, нам нужно будет позаботиться о том, чтобы не замерзнуть в будущем. Что у нас здесь есть? Навыки, навыки, садоводство. Да, нам нужно будет выращивать еду и как в Don't Starve все делать. Что, давайте попробуем почитать. Мы теперь мастер-садовод? Или мы вдуплили и не поняли ничего? Давайте еще курсы... Что? Не пойму ничего. Он сказал, что он ничего не понял. Он никаких курсов не понял, он не умеет. Он, блин, не умеет читать? А предыдущие курсы ты понял? Курсы шитья, может быть, тебе надо? Ни черта не понимаю. Что-то не так, потому что, может быть, это не сначала, он сюжет не понял, наверное. Да, надо было читать. Ой, зачем я взял, ё-моё. Ладно, читай. Ну, это том первой газосварки, тут самая завязка. Он точно поймет. Вот, смотрите. О, газосварка, это его тема. Я так не понимаю, стоит ли нам на это время тратить. В принципе, время это все, что осталось у фитнес-тренера. Итак, у нас сонливость. Черт. Ладно, сейчас дочитаем и спать. Книжки всегда сонливость вызывают. Поэтому наш тренер занимался спортом, а не науками. Все, 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 заканчиваю с этим говном. Быстро все сложил, нафиг надо. Где гребаная еда? Журнал садоводства еще. Все это положи. Посмотри, до чего ты себя довел этими знаниями. Ни к чему все это. Скушаем немножко колбаски, половину. Слона бы съели. Блин, нам надо еще больше есть. Полностью всю колбасу. Я все равно хочу есть. О, все. С едой закончили, теперь давайте попьем. Стрепень. Итак, у меня начинает ломаться кости, а все потому, что я очень устал. О, нет, здесь даже не поспать. Только не говорите мне, что здесь никак... Есть кровать! О, замечательно. Стоп. Обязательно закрыть штору. Куда ты встал, нагребанный? Идиот. Все, давайте умоемся обязательно перед сном. Мы чисты. Рискнем и начнем спать. Будет очень хорошее качество сна, и это нас радует. Это такая рулетка для меня. Надеюсь, мы не храпели ночью. Есть. Господи Иисусе. Так, что вот здесь есть? Кукуруза. Давайте ее возьмем с собой. И плавленый сыр возьмем с собой. Ой, как много зомбей. Господи. Что у нас там со скалкой? Еще в состоянии бить. Вот, кстати, к нам идет. Бедолага. Он хочет, чтобы я избавил от страданий. Это не проблема. А типа рукам твоим грязным, которые ты ко мне тянешь, к моей чистой одежде, которую я только что стирал с таким трудом, все силы израсходовал. Печ. Нож для конвертов. Мы должны это взять. У, смотрите, свитер. Давайте-ка оденем его. Блин, я всю игру, кажется, пройду одной скалкой. Так. Что я вижу? Флаг. Это значит, что мы пришли в мэрию, наверное, я не знаю. И я буду новым мэром, понятно? Голосуй за меня, бич! Скалка! Это иди, я не готов к выборам! Не готов! Топчи! Топчи своих избирателей! Ой-ой-ой-ой, нож для конвертов быстрее. Или нож для хлеба возьму. Вот это серьезная штука. Теперь идем баллотироваться. Со мной этот город станет самым спортивным. Идем. Закрытый мэрия, ну ничего. Я найду способ пробраться туда. Проникну, найду лазейку и стану правителем. Хватит насиловать окно, тренер. Открой его просто, хрень полная. Ладно. Есть! Залазь, залазь, залазь. И как нам теперь закрыть это? Ой, я даже не знаю. А что в этих коробках? Там есть что-то? Карандаш, ну наконец-таки. Ручка. Ну, наконец-таки. Если я правильно все понял, теперь мы, конечно же, можем. Да, мы можем добавить заметку. Итак, это детский сад, и здесь была изолента. О, какой огромный. Дед... Ё-моё. Так, дед... Сад. Изолента. А почему такой огромный просто шрифт? А, просто большой очень город. Охренеть, какой большой город. Давайте выкинем карандаш лучше. Опа, скалка сломана. Я думаю, нужно... Мы можем ее починить. Изолента, клей, скотч. Вот оно как все работает. Так ли мне сильно нужно чинить эту скалку? Я не знаю.
Но припасы-то надо собирать. Надо. Так, что у нас здесь? Я боюсь, что в этом доме очень много зомби. Окей. Окей, 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 окей. Здесь супер много зомби. Что, закрыть? А, ты молодец. Вышиб! Полицейский? Стоп, 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 стоп. Они идут на меня. Так, ножом пырнуть. Вот. Хорошо, хорошо, хорошо. Продолжай пырять. Ой, ой, много вас здесь. Ой, нет, много вас здесь. Ой, нет, много вас здесь. Беги. А, споткнулся. Споткнулся, фитнес-тренер. Вылезай через окно. А, нет. И как так внезапно? У меня же был классный нож. Мы прожили почти 2 дня и убил 22 зомби. Это же рекорд. Фитнес-тренер прогрессирует. Он эволюционировал и стал зомби. И теперь вы видите, как много зомби вокруг него скопилось. Все его уважают, ведь он настоящий лидер и станет мэром города зомби. Голосуйте за меня. А теперь отойдите, я хочу жрать. Слушайте, по-моему, отлично получилось в этот раз. В следующий раз будет еще лучше. Ставь лайк, если веришь в меня и в фитнес-тренера. Подписывайся на канал, вступай во все мои соцсети. Заходи вот на этот видос, посмотри, поржи, потому что... Хотя, погоди, там может быть хоррор, я не знаю. На свой страх и риск клацаешь, вот, но советую попытать счастье. Может быть, тебе понравится. С вами был Юджин, и всем пять!